Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Я же делюсь с вами только информацией. Сегодня я хочу поделиться с вами новой криптомонетой. Называется Cellcoin. Cell. Это криптовалюта, привязана в помощь развитию малого бизнеса. Значит, я хочу поделиться с вами экраном, где собирать эту криптомонету. И это вот страничка, это официальный сайт. Здесь можно все прочесть, как бы, да, и ознакомиться, что это за монета. И что здесь хорошего, то, что я на кран, секундочку, брала кошелек, номер кошелька с биржи Криптопия. Ну, наверное, надо будет мне менять, потому что здесь вот ознакомьтесь, можно скачать кошелек себе на компьютер, и он будет еще плюс, как бы, доход приносить, этот кошелек, как бы, да, это все ознакомитесь. Ну а я брала, как бы, с биржи Криптопия, вот отсюда номер кошелька. Давайте посмотрим, сколько эта монетка у нас в цене. Cellcoin, нажимаю Enter. Так. Вот так. Значит, она стоит 6250 сатош биткоин. Торгуется она в паре с BTC. Их потом можно поменять. Значит, и кошелечек, где я брала, вот здесь на бирже Криптопия, если кто захочет взять кошелек, не захочет устанавливать себе на компьютер. Я вот на Криптопе сейчас. Так, вбиваю в поисковик опять сюда монетку Cellcoin. Эта буква Cell убрать. Вот она вышла, вот эта монетка. И здесь на зеленую вкладочку нажимаем вот на... Нам генерируется номер кошелька. Значит, так. И вставляем в кран. Давайте теперь перейдем на сам кран. На самом кране вот так вот он выглядит. Регистрация. Просто вводим email адрес. И разгадываем капчу. Нажимаем зарегистрироваться. Вам на почту приходит письмо. В этом письме будет пароль для входа. Вы проходите по ссылочке и заходите по имейлу, вставляете пароль, который вам на почту пришел, и как бы попадаем на кран. Так, значит, это сам кран. Значит, что нужно? Значит, сумма выигрыша составит случайное число от 0.301 до 1 сел монеты, это Cellcoin. Значит, мой баланс на данный момент составляет 0.305, и вывод средств происходит автоматически при достижении на балансе суммы от 0.1 Cellcoin и более. Значит, разгадываем капчу. Нажимаю «Забрать выигрыш». Страничка обновилась. И у меня стало 0.306. В прошлый раз мне очень много дал. Ну да ладно, каждый раз он дает по-разному. Значит, давайте здесь пройдемся по вкладочкам. Значит, вот это «Играть» – это сам кран. Рекламный блок – это если кто захочет пополнить и свою рекламу закинуть. Я думаю, что это никто не захочет. В настройках, смотрите, значит, вам на почту приходит пароль. Если кто захочет изменить пароль, сюда вводите то, что пришел с почты, и задаете свой пароль. И разгадываете капчу и нажимаете «Сменить пароль». Далее, номер кошелька. Сюда вбиваем номер кошелька в первую строку. Во вторую строку в пароль для входа. Пароль, который мы заходили, ну, при регистрации. Опять капча и задать кошелек. Далее, здесь у нас партнерская программа. Так, наша партнерская ссылочка.
Далее, здесь помощь, вопросы-ответы можно прочесть. Далее, статистика. Вот, ну, здесь вот сколько сыграно, вот, клеймов сделано. Ну, и все такое. Ну, в принципе, вот, и все. Смотрите сами, надо вам монета или как. Я лишь делюсь, как сказала, только информацией. На этом буду заканчивать. Кому интересно, присоединяемся. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!